В Дербенте прошел турнир по стрельбе из лука, приуроченный ко дню российского флага. В мероприятии приняли участие более 100 человек из разных муниципалитетов Дагестана и гости, приехавшие из других регионов России. Спортсменов и любителей активного отдыха угощали чаем из самовара и вкусным пловом. Возрастных ограничений на турнире не было, свои силы мог попробовать каждый желающий. Соревнования также посетил и мэр города Хизри Абакаров. Тоже очень приятно. Я вас и в том году видел. Да, и в этом году опять наши пути пересеклись. Уже стреляли, и детям моим дали, и супруге дали стрелять. Очень нравится. Что примечательно, здесь люди принимают участие с семьями. Жены, есть возможность для женщин, чтобы они могли стрелять. Дети также сделали категории для новичков, которые пришли просто прострелять. Для них вначале делается мастер-класс, далее они уже отстреливаются.